Итак, всем привет, мужики. Почему именно мужики? Я-то знаю. Значит, я... Да, это канал Street Fighter Games. И я начинаю трансляцию по всеми любимой игре The Sims 3. Именно по третьей части. Четвертую я не играл. Ну так вот. Короче, мужики, смотрим. Это игра для настоящих мужиков. На самом деле, я знаю, что вы, мужики, все... Точнее, мы, мужики, мы все играем там в Counter-Strike 2. Но делаем это открыто. Но все вы боитесь признаться в том, что в эту игру вы тоже играете ровно столько же часов, сколько и в Counter-Strike 2. Вот. И когда у вас что-то не получается, вы, естественно, всю ночь плачетесь в подушку, у вас умер персонаж или какое-то там животное и так далее. Вот. Поэтому я решил помочь вам, всем, мужики, чтобы вы не страдали, не плакали по ночам в подушке из-за того, что в этой игре что-то не получилось. Я покажу вам сегодня, как... Чего? Извините, у меня тут всплывающие окна. Я покажу вам, как... Так, момент, мне надо убрать, что-то у меня тут всплывает в стиме. Да, я покажу вам, как начать эту игру правильно, так, чтобы у вас сразу была возможность иметь много симолеонов, а именно денег из этой игры. Вот. Музыка в игре... В общем, я все сделал потише, но музыка в игре не убирается во время загрузок. Так, и... Так, не знаю, было ли меня сейчас слышно. Так, настройка. Так, еще раз. На случай, если меня не было слышно из-за музыки, потому что бывает. Значит, еще раз. Привет, это канал Street Fighter Games. И я начинаю трансляцию по игре всеми любимой The Sims 3. Это я делаю для нас, мы с вами, мужики, потому что вы все играете в Counter-Strike 2, но это, так сказать, в открытую. А тщательно скрывать, что на самом деле столько же часов вы проводите в игре The Sims 3. Ну, может быть, 74. В 74 я не играл. По крайней мере, кроме, не помню. Ну, в общем, игры у меня 74 нет. Вот, начинаю эту трансляцию для того, чтобы вы, мужики, не мучились, не плакали по ночам в подушку из-за того, что у вас в очередной раз там что-то не получается в игре, умер персонаж, или умерло какое-то домашнее животное в игре. Поэтому я вам сейчас буду рассказывать о том, как же именно нужно начинать игру, чтобы в самом начале у вас появилась куча денег, куча симолеонов, на которые можно все купить. Ну и так далее. И куча разных там вещей из будущего. В общем, начинаем. Я только что создал персонажа. Я выбрал сразу первого, который мне попался. Даже не выбирал ни внешность, ни одежду. И рандомным образом выбрал, что выпадет, какие черты характера выпадут. Единственное, что я выбрал самостоятельно, это только что была мечта всей жизни. Это, по-моему, виртуоз. То есть человек-оркестр, то есть музыкант. Из того, что выдавалось, и назвал моего героя почему-то Джек Блэк, видимо, в честь актера из американских фильмов. Так, поехали. Музыку я убрал, надеюсь, что меня будет хорошо слышно. Итак, мы начинаем игру стандартно в городе Sunset Valley. Это первый стандартный город. Городов здесь, кстати, много разных. Но мы начнем с этого. У нас, значит, нам дается 16500 симолеонов. 16500. Так, теперь выберите участок в городе, где будет жить семья. Добро пожаловать в игру Sims 3. Выберите одну из кнопок ниже, чтобы начать. Так, ну я только что создал семью. Не понял. Я же только что... Вот. 16500, но выбрать. А я что делаю? А, нужно выбрать дом. Да. Видите, я давно не играл. Дом я, естественно, выберу самый дешевый. Стандартно это 12675 с мебелью. Это стандартное начало игры для одного игрока. С мебелью, конечно. И приобрести. Так, неплохой участок. Начинаем.
Так, я выхожу из режима обучения. Значит, самое первое, что надо сделать, во-первых, подобное начало игры, о котором я сейчас буду рассказывать, возможно, если у вас есть дополнение DLC «Мир будущего». Вот, «Мир будущего» — это дополнение, в котором присутствует аж целый год. Так, у меня, конечно, я сейчас смотрю трансляцию через свой смартфон, и у меня экран довольно резко влево расположен. Я не знаю пока, как это исправить. Может быть, разрешение. Сейчас, момент. Настройки. Нет, это запись видео. Мне нужно изображение. Это у нас 1024x768, 4 на 3, то есть телевизионный экран, я так понимаю. Какой бы взять мне? Значит, 1024x768 это стандарт, а я могу взять там 1360, может быть. Ну-ка, нет. Опа, подождите-ка, получилось. Так, на 1360 на 768. Во. Во, теперь полный экран. Отлично. Так, вроде все работает. Так, поехали. Значит, показываю. Так как Симу все равно надо создавать семью, ну, в одиночку-то играть скучно, я сразу же его попытаюсь познакомить, и как только... Это, кстати, один из персонажей именно по лору игры, то есть один из персонажей собственной истории. Я не помню, где это можно все прочитать, но, по-моему, можно. Так, смотрим. Опа, прям с первого раза, да не может быть такого. Вы смотрите, как у меня получилось. Что я имею в виду? Значит, в самом начале игры возраст вашего Сима, если вы стандартно его создали, он, ну вот как кончается возраст подростка, у вас появляется Сим, который как бы взрослый. Это, я не знаю, там... То есть и сейчас он находится в первом дне своей жизни. Я играю по стандартным правилам, то есть по правилам, когда ваш сим стареет. В какой-то момент он либо умрет от старости, да, ну, собственно, умрет от старости. Вот. Игру мы начинаем как можно быстрее сразу. В первую же секунду мы пытаемся познакомить нашего сима, в данном случае, с девушкой. Так как у меня мужской персонаж. И, значит, но не просто с какой-то девушкой, да, которая здесь живет в этом городе, а только с той, которой у вашего Сима возникнет, рядом с которой у вашего Сима возникнет в настроении иконка «Интересная компания». Оля-ля, Джек нашел потрясного персонажа, с которым ему необходимо познакомиться получше. От нахождения рядом с с привлекательным персонажем настроение повышается на 10 градусов. Вот. Значит, мы тут же, видите, за первую секунду нашли ему пару. И как у него к ней возникло вот здесь сердечко, так и у нее к нему. Значит, нужно срочно брать, как говорится, быка за рога. Так, у него здесь мечта начать карьеру наука, но это позже. И нужно их срочно поженить. Для этого тут надо, ну... дайте мне 10 минут, вот, и как только они поженятся, персонаж девушки также станет вашим персонажем, то есть вы сможете ей управлять. И дальше я покажу, как сразу получить кучу денег, симолеонов и, короче, все остальное. Так. Значит, это дружественное приветствие. Дальше.
дружелюбно, не знаю, сразу романтично. Хвалить характер. Ну, например, вот так. Dummy hard to wah. Lumu Mac. Zanar. Zarkle. Mix a photo zoo. Lama he. Черты характера не дотрога. Черты характера очень важны, потому что недотрога означает, что, например, там, не знаю, он, наверное, не может ее просто так там обнять. Это сразу вызовет негативную реакцию. Так, здесь я вижу, у нас возник что? Талисман, камень погоды. Это что такое у нас? Я забыл. Какая-то загадка, наверное. Так, ну и как мне к нему теперь приблизиться? А, вот так. Так, у нас зодиака. Сейчас мы по-быстрому их сразу... Эрин не любит флиртовать. Махар. Великолепно. Так, стрелец. Но это не важно. По-моему, она сейчас поедет на работу. Я не помню. Это Эрин, я не помню, как ее зовут целиком. А, Эрин Кеннеди. Характерная фамилия. Я уже много раз, когда я играл в игру, сразу начинал с ней знакомство. Это очень просто. Тем более, что дома, они расположены практически рядом. Так, так, подарить дружелюбно. Все так называемые дружеские беседы на какие-то темы, с помощью них можно определить черты характера Сима, с которым вы общаетесь. То есть, например, ваш персонаж начнет восхищаться музыкой. Если это вызовет положительную реакцию, значит, если отрицательную, значит, персонаж, с которым вы общаетесь, музыку не любит. Так, восхищаться моим домом. Ну, например. Мипса. Джабиза. Уэбзи. На стадионе идет матч, который, вероятно, захочет посмотреть Джек. Переключит в режим просмотра карты, найдите стадион. Да, и еще кое-что надо сказать об Эрин Кеннеди. Эрин Кеннеди — это персонаж не молодой, нет, ну как не молодой, то есть если ваш персонаж, который вы только что создали, у него первый день взрослой жизни, то у нее это уже не первый день. Я точно не помню. Так, здесь, кстати, написано, по-моему, так, или не написано, но это вы узнаете, когда начнете, когда она попадет в семью, и вы сможете посмотреть, короче, все данные, в том числе и возраст. Так, семья чья? Это знакомая. Ичинсо. Вли, Эпплфрэг! Так, это о чем он сейчас говорил? Он говорил... А я пропустил. Что-то дружелюбное. По-моему, музыка, да? Так, извиниться. Упросить разрешение войти. Ну, она вышла из дома-то на работу. Харзда. Харзда, стекадни. Так. Нибзи хабалу. Милакава зигл закапатиг, а? Плюша! Чеваз! Видеш? Саду? Так, момент, я посмотрю. Мне на самом деле громковато. Хотя у меня громкость стоит вроде бы на минимум почти везде. Но надеюсь, что голос слышно. Так.
Вот, поступить в университет, получить навык игры на гитаре. Это все у вашего персонажа возникают периодически какие-то желания, в том числе мечты жизни, да, и желания, мечта всей жизни, как я сказал, человек-оркестр. Есть более мелкие какие-то выполнимые вещи. За все эти вещи вы получаете за выполнение их очки, которые позже, то есть набрав большое количество очков, позже можно обменять на награды. А именно, легально можно сделать симов бессмертными. Да что ж такое? Так, это что такое у нас? Shift-Tab. Сейчас момент, у меня что-то возникают всякие всплывающие окна здесь. Сейчас. Периодически в Steam такое бывает. Так, заблокировано. Все. Я не знаю, как у вас. У меня в Steam периодически, если я зарегистрирован в каких-то чатах в Steam, то возникают всплывающие окна. Я не знаю, слышно было их сейчас или нет. Так. О чем я говорил? В Симах есть абсолютно легальные способы достижения того, чтобы ваши симы не старели и не умирали. Но для этого, конечно, нужно сначала много чего добиться в игре. А именно, есть зелье остановка возраста, которое стоит 65 тысяч очков. И есть омолаживающее зелье. Оно нужно, ну, скорее для того, чтобы, если ваш сим все-таки успел состариться очень сильно, можно сначала купить омолаживающее зелье, а потом, когда сим снова станет молодым, купить зелье остановка возраста. Все это возможно сделать, и довольно просто. Так, закрываем. Оп. Так, это талисман. Керим Рейн, талисман университета. Это очень важная вещь. Сейчас талисман университета оставит у двери специальные... Короче, вещь, с помощью которой можно поступить в университет. Так, а почему у меня, собственно, дом? А, вот он. Вот так вот будет легче. Так, тут надо скорее действовать, как я сказал, чтобы симы не успевали состариться. Вот здесь возраст. Ваш персонаж, которого вы только что создали, считается, имеет статус молодой. Вот. До взрослого состояния, это еще не пожилое, но взрослое, у него 17 дней. Это дни. Сейчас, по-моему, день первый. Как я уже сказал, все черты характера выбрались рандомно, я их не выбирал. Я просто как бы бросил кости. Единственное, что я выбрал, это мечта всей жизни. Так, я забыл. Эрин Кеннеди, мы только что выяснили, что она не дотрога. Да, я не знаю, то есть сможет ли он с ней, например, потанцевать. Нам нужно как можно скорее их поженить, чтобы они наконец-то поехали в будущее, и там взяли кучу всяких нужных гаджетов, там какой-нибудь суперсовременный компьютер, все это будет бесплатно. И также срочно послать их в университет. Почему срочно? Потому что, в будущем не помню, пребывание ваших персонажей, неважно сколько дней в университете, не старит их. То есть, если вы в университете проведете 5 дней, то ваш персонаж на эти 5 дней не состарится. Но при этом он наберет очки, которые позже вы можете обменять на награды. А именно, остановку возраста и так далее. Так. Кстати, дом у них классный. Я даже не знаю, оставить мне этот дом им потом. Или оставить вот этот страшный домишко. Я думаю, что можно сразу оставить этот, а тот продать. Тем более, что здесь уже все есть. Другое дело, что здесь... Ну-ка посмотрим. Здесь нет второго этажа. Угу.
Но дома всегда можно продавать позже, и в принципе можно что-нибудь достраивать, потому что здесь достаточно территории, то есть еще одну комнату, например. Так, посмотрим. Где-то здесь есть, по-моему, магнитола. Нет? Где-то должна точно быть. Не вижу. Видимо, нет. Ну, я думаю, так. Если я куплю персонажу сам какую-то магнитолу, то, скорее всего, я не смогу поставить ее здесь, или смогу? Сейчас проверим. Ладно. А, вот. Я думал, что это шкаф. А это, оказывается, музыкальный центр. Так, и у вашего персонажа, кстати, есть для повышения настроения, можно ставить именно ту музыку, которую он любит. Опять же, выпало рандомно, поп-музыка. То есть ваш персонаж любит поп-музыку. Какую музыку любит его пассия, мы пока не знаем. Хвалить характер, хвалить внешний вид. Виртовать. Сейчас проверим. Мауанади дул. Главина. Now what do you name? Script chobby. Дансани бла. А, маси. Так, ну почему-то не возникает команды стоп. Не возникает команды танцевать. Так, особое отношение не то. Во, танцевать. Посмотрим. Так, это почитали. Барсо мис Вадула Каг. Имзо Вама Забалу. Лага? О, дате! Pretty to cool. Groove, love. Yeah. Так, ну что, можно перемотать. Джек на себя запомнит, какая проводится соло серия, медленная сварка. Так, ну, когда уже в этой игре можно прямо сейчас, вот так, с первых минут, их сразу поженить. Чем скорее, тем лучше. И тем быстрее можно, собственно, начинать. Сейчас, момент. Начинать заниматься всем остальным. Собственно, когда я наконец-то накапливаю достаточное количество очков для того, чтобы оба Сима стали, как называется, чтобы у них остановился возраст, вот тогда я как бы прекращаю играть. То есть мне больше нечего в игре добиваться. Но можно, конечно, играть и не применяя эликсиры остановки возраста, тогда ваши симы будут умирать, и вы просто будете играть бесконечную игру, потому что будут появляться новые, все новые и новые поколения, но зато таким образом, например, можно скупить почти весь город. Это тоже возможно. Oh, so neat. Так, это монетаец. Рассказать забавную историю. Вот
вот эти две вещи, появляющиеся в самом начале игры, они возможны только если у вас есть дополнение «Мир будущего». Это портал в будущее. И есть дополнение «Университетская жизнь». В данном случае это вот появляется в самом начале игры «Талисман университета». «Талисман университета» — это переодетый человек, Сим, который приносит вам... я забыл, как это называется, ведерко, с помощью которого можно сделать тест на проверку способностей в университет. Если ваш Steam достаточно хорошо пройдет этот тест, то, по-моему, для него будет дешевле стоить обучение. Так. Рассказывать забавную историю. Если происходит вот такое, то есть кто-то кому-то наступает на ногу, то скорее всего у кого-то из симов есть черта характера неуклюжий. Ябо, Калифтия. Спаню, буби де ревса. За. Замаси сапсо. Вени. Са. Рассказать забавную историю. Лепто мехиб. Что-то об искусстве. Ябия, ябито, сач. Johnny Sapasim. Obsevepso. Shadu. Zazibi Gaza Zamza. Turkna. Познакомиться. Кордунс Матани Васа. Познакомиться — это тоже способ, как вы видите, Сима разговаривает на разные темы. Это видно, какие именно темы, на какие именно темы, видно по всплывающим вот этим окошкам. То есть он говорит на тему армии. Истами Джоблду. Граз. Ну-ка. Нет, пока что черт характера не удалось новых установить, потому что во время разговора, знакомства, да, например, можно вычислить какие-то черты характера. Так. Наслаждается музыкой. Музыка какая сейчас установлена, кстати? Так как нельзя переключить на... Что? А, сейчас работает латина. У вашего персонажа поп-музыка любимая. Так. А, вот, спросите, есть ли пара. Ну, там ее нет. Заигрывать. Этим я буду заниматься только вначале. Потом я буду заниматься уже работой и экономикой. Просто это важно. Так. Ананди дуэл. Бэм. Сквази. Фарбл. Вебзи Наболок. Хаба. Лорхербл. Киза Вамаджик. Эрфна. Габа. Биф. Waka. Lasa nasi. Lars. Так. Oh. Yeah. Kawaji nash. Left. Boza. Lasa dof. А, я забыл. Она же недотрога. У нее, как называется, недотрога. Это, то есть, понятно. Так. Где там было извиниться? Так, спросите карьере. Так, пока хватит.
хватит. Barso misvadulakov. Imzo wamasabalup. Laga? Blusha! Chavaz! Light waiver. Yo, nice streaming. I actually love this game and I really wish we could play together. Add me up on Discord. Lightwave 1. Nice, thank you. Is this game Sims 3 playable together? I didn't know about it. I mean, Sims 3 I've always played alone. And I don't know if here in this game is a mode to play together. Options, I don't think. Yes, but thank you. Yes. Mahar. Yigar. Yibs. Nurbal Masavasakig. Sibu. Nama Gigago. Blue Blick. Nick. I'm trying now to to make a marriage between Jack Black and Erin so fast as I can to so they can go together to the future and to the university. Lahap gadu, laharga keep taga. Бермня-йо, бермня-я, та! Керем Рейн, это... Now what the name? Укламда. Это талисман университета. Так, Эрин Кеннеди. Знакомая. Так, дружелюбно. Вручить подарок, а что у него есть? Нет. Подарков у меня нет, да, 5. Романтично. Так, она не дотрога, рассылать нельзя. Ну, может быть, опять цветы. У каждого сима есть... Every sim has favorite color. I don't know what is her favorite color. Я у каждого сима есть любимый цвет. Я пока не знаю, какой у нее любимый цвет. Единственное, что я знаю, что она she makes career in the army. Она делает карьеру в армии. То есть с ней можно поговорить об армии. Так, дружелюбно. О, восхищаться армией. Масто. Дразеб. Горгаз. Сложа. Вел. Миньяпсага. Джиба. Так. Почти. Так, ну что, может заигрывать романтично полит внешний вид. Тут надо очень быстро действовать, потому что мне надо их поженить. I'm trying to make them married so fast as I can. Maybe too fast, but it's important to make it so fast as you can. In the beginning of the game. Так, что у нас? Хвалить, заигрывать, летовать. Да. Пробуем. Габни, да. Ларжо. Дами, арто, ва. Хвалить не смеет. Ачем, мизо. Флирт.
Пока что она считается подругой. Делать предложение можно, когда она станет, наверное, вот так. Стоп. Романтично. Во, пригласить на свидание. Пригласить на свидание. Бар, нибзи хабалу. Миуакава зиго закапатиг, а? О, дате! Trying to make a date. Great. Oh. Джек не всегда помнит, как он впервые танцевал с Эрин медленно. И так, это мы уже проходили. Так, танцевать. Хорошо, медленный. Фарбл, вебзи набла. Паба, лорхербл, хиза вамаджик. Ворбла, овеню вав. Саду? Дать обещание защиты. Так, Oh, Sorbet. Пока что никаких новых черт характера не видно. Сокол Пепу. Патарсия Пудо. Так, вот эти сердечки летающие, это значит, что идет свидание. Стану. Дать обещание на защиту, я не знаю, что это значит. Горакни. Агапазами. Дуасакабни. Так, там анекдот. Правда. Лорли Наш. Now we know she is brave. Она храбрая. Так, ну что. Теперь можно попробовать уже подальше. Так, валить внешний вид, расслаблен врача, попросить чего? Покорить. Так, подарить цветы было, призвать было. Пробуем. Заркл, микса фадозу, ламахи гагл зубалгл, саба? Эрфна! Гава, бив! Бака! Аржна. Так. Сияс. Так, надо здесь быстрее еще. Так, значит, а где у нас было? Somewhere the comment to make her not his wife, but his girlfriend. Somewhere in menu. Где-то в меню было. В какой-то момент появляется сделать парой. Правда, не очень понимаю, когда. Так, работало? Турва! Кластер! И сработал. У нее же, да, ну, недотрога пока еще работает качество. Может, это слишком, как бы, быстро. Так, о чем можно спросить еще по-дружески? Танцевать вместе, романтично, задиристо. Так, извиниться. Вот оно, кажется, где. Поделиться секретом. И... Полить дом. Попробуем. Марно Зарпса. Кларчи, Кларчи. Эскабо. Клорпни. Форгаза Кинга. Обычно у меня получается намного... намного быстрее
довести символ до свадьбы. Так, провести отличную сцену. Кладбище. Так, это все возможно. Таргла, Зигарбзо, Вабахина, Тасами, Джонги Нергта, Зуб, Джохани Мас, Бенов, Ниба, Аниба Геншло, Вардабажи, Йибс, Гондо, Баталиаги, Неска, Твезлима, Мерхаб Бонадинс, Кавасам Динсалбан. Sims Languages International. I don't know what did we use, what linguistic, what languages, but everyone can understand it by pictures, intonations, pictures. Verga, zna, Sweetie, Hasho. Ah, get you one. Blues. Lars ему. Sie hat ihm Blumen geschenkt. Она ему подарила цветы. Так, значит, новый друг. Ну, это друг, подруга. Так, что еще делать? Пригласить на свидание. Действую именно. Пригласить куда? Спросить об Alma Mater, а где она училась? А дальше, например, что значит пригласить? Надо вспомнить. Сико закат. Одате! Тикув, лам! Саду? Фарбл. Вебзи наболок. Пригласить. Хаба? Куда пригласить? Лорхербл. Киза вамаджик. Эрфна! Гава, бив! Яб! А, домой. Пригласить, значит, it means to invite her. Она пойдет ему? Подожди, где она? А, вот он. Отлично. Так, во-первых, надо не забывать о том, что здесь есть альманах университета. Его можно прям положить себе в инвентарь. Вот он теперь здесь. Это университетский приветственный набор называется. Его ни в коем случае нельзя выбрасывать. Он пригодится обязательно. Так, газета, я не знаю, пригодится или нет. Ну, пока так. Так, у него нет никакой музыки, я ему, пожалуй, сейчас куплю. Кстати, где режим покупки? Наверное, это гостиница, living room. I'm looking for music. Гостиная, living room. Аудиотехника. Самая простенькая за 150. Да. А где купить? Вот так вот. Подожди-ка, а как оно... Как оно становится? А, вот. Вот оно стоит. Разве что вот так. Так, режим жизни и включить музыку. Включить. Музыку я отключил, но сразу по вот этим нотам, которые улетают, видно, что она играет. Так,
опять танцевать вместе, пусть будет медленный танец. А музыку я поставлю какую? Переключиться на... Sorry. Так, переключиться на... А я не помню, как она... I don't know what from music she prefers. Другое. What kind of music? Расположение. Хорошо, rhythm blues. For example. Барсо мис бадуа каг. Имзо вама забалу, лага? Блэшак! Чаваз! Будеш? Лага! Так. Я думаю, еще чуть-чуть осталось. Так, мы выяснили про нее, что она стреляет с поголовок, я не знаю, зачем это надо. Она работает командиром звена в армии. Закончил военное училище Гауптвахта. Недотрога и храбрая по характеру, еще какие-то три черты. Кстати, у Симов. Так. У Симов. Так, созданных игроком по 5 черт характера, а у Симов, по-моему, которые живут в городе, не знаю, что есть NPC, созданные компьютером, у них, по-моему, по 6 черт. У персонажа Эрин Кеннеди у нее всего 5 черт. Так, медленный танец, значит, надо опять начинать хвалить, потому что нам, мне надо их срочно объединить в одну семью. Так, хвалить внешний вид, хвалить характер. Мерга Чазо. Бадина. Ларди. Яж. Лепто Васмани Махаги. Мызло. Это всегда в игре самое долгое. Зизи. Урбасти. Зорда Фате. Так. Газлаза. Так. Ну, а где же где-то должно появиться то ли в дружелюбном, то ли еще где-то сделать предложение. О как. Так. Болтать, сейчас кошками, сейчас ну, домом, начать бой с лодочными шариками, тра-ля-ля-ля-ля. Другое. Рассказать историю. Создать, сплетничать. Попросить стать соседом по комнате. Так. Другое. Во. Уже появилось попросить смотреть на звезды. Дива! Зарко, микса фата зуб. Ламахи гагл зубогл. Саба? Хорбла. Овенью вав. Махарб. Так, сейчас в Sunset Valley сейчас ночь. Если...
Так, можно это так повернуть, чтобы было видно? Нет. Так, во-первых, я еще хочу сохраниться, чтобы это все случайно не улетело. Надо сказать, что несмотря на то, что игрушка старая, грузится она очень долго. То есть, например, если в каком-нибудь Hitman, Hitman 3, игра 2021 года, грузится буквально там за какие-то секунды, то игра Sims 3, один уровень, да, он грузился у меня дольше минуты. И это не единственный минус. Есть, например, платное дополнение в этой игре, оно называется, по-моему, Райские острова, по-моему. Там, где вы получаете в игру город на острове, по-моему, с возможностью, не помню, остров или материк, но, короче, с возможностью строить дома на воде. А также с большим количеством активностей, которые можно вести как на воде, так и под водой. Вот, и это дополнение, насколько я знаю, до сих пор на любом компьютере, любой мощности работает как слайд-шоу. При том, что оно продается за деньги, при том, что... Оно черт какого знает года. Ну-ка, здесь видно небо? А, да, видно. Ну так, чуть-чуть. Oh, if a growl. Darkly. Что значит забдириста? Dargenzula. Turglana. Оставить близких. Так, ну. Самая сложная игра, Sims 3. Тут и социальные... Так, а, вот, наконец-то сработало, блин. Так. Теперь нужно срочно найти так, перфекционист, зато вас любит кошек, это не то. Так, романтично. Так, видите, чем больше расположение персонажа к вашему персонажу, тем больше получается появляется команд. Во, появился наконец-то предмет воздыхания. Знакомый. Хорошо. Зарк, too. Глазендаши. Мепси. Блин, я забыл про то, что у него есть потребность. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Фарова Диза. Естественно, нужда, блин. Я забыл о том, что Сима это что-то могучее, да? Тут, блин, еда, еще что-то. Turbo. Так, наверное, мне надо что-то им, блин,
Так, иначе они тут с голода умрут. Do find a wall. А ночь пойдет спать. Понятно. Дело в том, что я сейчас стримлю пробно. Я начал стримить, по-моему, часов в 3 ночи. Наверное, так. Сначала был Море Воров, потом Хитман, потом Снайпер 4, и вот сейчас 4-я игра, 73. Бля, у него квартира загорелась. Самое оно. Так, продолжаем. И я стримлю, по-моему, уже около 10 часов. Лилиана Гор, я думал, Лилиана Караула. Лилиана Гор. Вообще странно, интересно, здесь фамилия. Персонаж, с которым я познакомил моего Сима, у нее фамилия Кеннеди. Персонаж, который только что пришел, пожарница, я так понимаю, у нее фамилия Гор. По-моему, это фамилия кого-то, какого-то вице-президента из демократов, по-моему. Так, ну. Тут, конечно, надо поесть, да. А я что-то не пойму. Он ведь, у него погорела плита. Она как бы осталась нормальной, то есть работающей. Так, сейчас он будет есть, понятно. Так, макароны. Качество обычное. Так, и что сегодня за день у них? Один день прошел, а день какой по работе, если... Так, у нас нет работы. Где тут написано? А, понедельник. Насколько я знаю, Эллен Кеннеди, она же изначально работающая. То есть у нее в какой-то день она пойдет на работу.
И вот это уже будет сложно. Что? Слушай. А, вон он, да? Так, стоп. У меня играет музыка. Музыку надо выключать, потому что иначе она в рамках дома мешает спать, по-моему. Только не пойму. Нет, ну, хотя там закрывающаяся комната, по-моему, нет. Так. А он спать может на кровати? Скустрипинг. Нежного. А он не может спать, что ли? Почему не может спать? Скустрипинг. Дремать. Хорошо, что всем можно перематывать все-таки время, потому что да, это было бы. Иначе это было бы очень долго. Я вот одного не понимаю, почему он не может спать? Это потому что у него больше нет прав на кровать, что ли? О. Так, подожди-ка. Она встала куда? На работу? 5.07. Если он не поспит, он же заснет где-нибудь. У симов так они просто падают на пол и засыпают, если включить. Осада в стане людоиров. Углог, углог. Зерки жунка. Нип-нип. Тенага-диппл. А как-то он так поел быстрее, не? Она типа медленно ест. А, она на работу пошла. Блин, я не успел. Вот черт. Так, ну ему, значит, надо поспать. Она ждет машину, да. Так, запоминаем, она в 6.22 уезжает на работу, значит, работа у нее, видимо, в 7. Спать. Я не помню, сколько работает в этом самом, я не помню, сколько по длительности работы в армии длится, сколько у них там, по 8 часов. В любом случае, это можно, наверное, будет увидеть, когда она приедет обратно. Здесь, конечно, это будет не слишком быстро. Ну-ка. У нее, кстати, там, по-моему, играет музыка. Так, а что такое? О, господи. Стоп. Это кто? Олень. У него бодрости не прибавляется. Так.
Так, все, я думаю. Что там у них? Сейчас проверим. Так, учить новые клавишные. Это все потом, уже в университете. Запахло едой. Получен навык, прокачан навык готовки, уже второй. Да. Так. Что-то я не пойму. А почему он не ест? Плюс мечта Египет, за которую могут дать 1500. Это очень даже неплохо. Так, свидание с лучшими друзьями. Они разве не стали лучшими друзьями? Так, вот это можно убрать. Так, я надеюсь, что... Так, ну что, надо их срочно сводить в одну семью. Получить приглашение войти. Кирджога? Мипсон. Так, мне надо. Мне надо скорее, уже второй день прошел. По-моему, голод, так что показан. Я не знаю, можно ли готовить на чужих кухнях. А, так, взять или подать? Dot nor dot. Bibble zimmy, horrible z. Shepso. Так как у нее музыка изначально стоит на латино, скорее всего у нее любимая музыка латинская. Шибидорп. Веп.
Salt dibby dibby dibby. Swash de ziv. Zaboodle do. Walk snurky live. Саблду. Где-то это можно убрать, это просто случайно дублировалось сообщение. Ладно! Меска! Межалу! Лар! Нормально, он моет в ванной. Она в душе, что ли, моет? Что такое? А, они моют тарелки в ванной, что ли? Так. Дальше. Ну да, ну да. Так, так что делать-то? Кстати, я только сейчас заметил, что... А, нет, спальня у нее есть. Я думал, на втором этаже где-то. Подарить цветы плюс 500, плюс 250. Так, ладно, это можно пока убрать. Что? Что, она опять ест, что ли? Нормально. Это уже третья тарелка. Видимо, в армии не кормят. Ну. Бар. Нибзи хамалу. Ну, сейчас он нахрен заснёт. Так, подарить цветы. Удате. Пока. Нет, это свидание. Обнять. Йипсо. Невик вебза. Керем. Лукаш. Выполняем вот это. Маржа, сандиата. 250 плюс. Дальше. Ну, значит, мне понадобится еще один день. Так. Раз. Два. Три. Так, жарки, рисовать меча, подарить цветы, приносить персонажам. И где наконец должно быть предложение стать парой. А дальше должна возникнуть команда сделать предложение. Для чего я всем этим занимаюсь? Спросите вы. Я занимаюсь этим для того, чтобы она стала играбельным персонажем. I'm trying to make a family between Jack and Erin to make her playable NPC, so I can play with her person also, and they have if they when they get married, so I can play with two persons. Kozlowski. Hasim. Zwef. Ibo Mepso Vazadim. Nanur. Kuvabi. Так, смотрим. Дружелюбно. Другое. Ну, например, так. Другое. Так, дружелюбно подходят. Пригласить свидание. Уже пригласил. Они уже на свидание.
Так, романтично. О, ни хрена себе защита ребенка. Так, где-то. Подождите, так. Так, раз. Хорошо. А где же где же предложить делать предложение? Во! Продолжи встречаться. Отлично. Защита ребенка, да, это слишком рано, потому что сначала надо их прокачать. Если сделать в самом начале, то ваши персонажи не успеют не закончить университет, ничего. Так, ну ладно. Барсо мис Вадула Каг. Имзо вама забалу, блака? Блэшак! Чаваз! Фритикор! Видэш? Яб! Вот? Куса Мелину? Вэпи Волдл! Зарасебила! Дэнфлэй! О! Так, ну здесь мы отвернемся. Полюбана. Отворачиваемся. Так, а теперь А, на коне, блин, они теперь заснули. Опять я забываю, что это эти тамагочи. Если посмотреть, сколько уже очков, аж целых 2479. И это уже очки, которые можно использовать. То есть от 2000 вы уже можете что-то использовать. Так. Слава богу, что можно перематывать все это. Когда я не знаю, хватит ли меня еще на сегодня на стрим, я говорю, я уже стримлю примерно 10 час. Я начал в 3 часа ночи, а сейчас у нас уже час дня. В какой-то момент ведь она... Ее разбудить ведь нельзя, да? Так. Есть только команды по поводу него. О! Получить налог будет строение. Это интересно. Получить подарок. Так, а налог будет строение плюс 500. Вот это можно очень, кстати, классно быстро получить. Получить подарок уберем. Налог будет строение. Так. Нет, пока не надо конструировать монету. Так, ну что, когда он будет просыпаться? Так, проснулся пока что только он. Надо его срочно покормить.
Вместе с мастером. Так, а что? Так, что значит? Какие желания теперь можем выполнить? Ну это понятно. Так, свидание с. Ну это потом. Так, за простую 300, за 500. Отлично. Так. Ух ты. Султанс. Так, стоп, ну я же их собирался наконец-то сделать предложение, он должен. И? Блин, куда оно делось? Раз, два, три, один. No good, Debbie. Oh, lost. Так, до того, как... Так, где мой дом? Во-первых, мне надо забрать в инвентарь вещь, которую я ему купил. Потом продам. Да нет, не сюда. Вот. Нет. А что я могу забрать? Нет доступа действия, почему? Не понял. Ладно. Оставим в покое. Так, теперь. Дружелюбно. Тут должно быть сделать предложение. Можно ли это делать на свидании? Не помню. Самое прикольное будет, когда если приходит там мастер или пожарник, это оказывается девушка, и оказывается, что тоже интересно. Эрфна! Гава, Бип! Так, это мы выяснили еще одну черту характера. Момент. Так. А, нет, не выяснили. Значит так, а где же все-таки сделать предложение? Ну, что ж такое? Так. В Симок не так все просто. Тут не сразу появляется команда. Стоп. Ну-ка. Вот, наконец-то так появляются всякие эти самые. Так. Странно, странно. А где команда сделать предложение? Так. Это только после всяких предварительных команд, что ли?
Охотник за привидениями, команда. Так, ну. Во, жениться, наконец-то. Не прошло и полугода. А команда зов! Фармиди! Самаду! Ну, а конечно. Аллилуйя. Казазе! А, Тенарзи! И... Поздравляем Джек и Эрен помолвлены. Они могут вступить в брак во время... свадьбы, или если хотят устроить тихое торжество на закрытой церемонии. Закрытая церемония, конечно, потому что свадьбу это очень рада не устраивала. Ну, а нужна еще команда, о как пожениться на закрытой церемонии. Саба, Мия, Галу. Аллилуйя. Вот, наконец-то. А теперь у нас мы должны выбрать из двух домов дом Кеннеди. У нее, конечно, дом больше и лучше, поэтому мы все-таки выберем ее дом. Правда, я не знаю. Так. А, нужно раз, два. Теперь она Эрин Блэк, а не Эрин Кеннеди. Выбрать эту семью, ты 51. Мебель мы продадим. И продадим дом. Окей, окей. Вот. Сколько прошло времени от начала? I needed 90 minutes to make a marriage. 90 минут мне понадобилось, чтобы наконец-то объединить их. Так. Дальше. Устроить мальчишник. Дальше, во-первых, я сохранюсь. Ну, что-то долго идет сохранение. Значит, дальше. Сразу же посылаю их обоих. Во-первых, посмотрим, что же у нее. Во. Технофоб, не любит технику. Спортсменка, ну это понятно, ненавидит искусство. Кстати, как и он, храбрая и недотрога. А у него тоже ненавидит искусство, как и она. Вот это да, совпало. Виртуоз, гений, любит кошек, перфекционист. Так, что я хотел? Оба и... Ой, подожди, а где же... О, портал времени. Осмотреть портал времени. И сейчас мы тут же посылаем их так, до изнеможения. Мы тут же посылаем их. Смотрим, когда у нее работа. Она командир звена.
понедельник, среда и пятница. Сегодня четверг, то есть работу она не пропустит. Из инвентаря. Вау, у нее есть машина. Тафунда пикап. Тафунда. Беременность, сказки для будущих мам. Ага. Диплом об окончании средней школы. И, да, фотоаппарат стандартно. Изгой. У него тоже изгой. Старая газета. Нельзя, да? Я потому что это не буду. Не то. Старая газета. Нет. Не годится. Все, отправляем их смотреть на портал времени. Из которого сейчас остается... Это практически Эммет Браун, почти из it's first like Эммет Браун from Back to the Future. Его, кстати, и зовут Эммет Релевант. Эммет Релевант. Дарфан Казо Бенефиаг. Помой путешественнику во времени, Джигот. Святые шерстяные ламы. На пути домой в оазис приземления с моим временным порталом случился временный сбой, и батарейки разлетелись повсюду. Не поможете ли мне их собрать? Разыщите и соберите батарейки на своем участке. Так, это у него, да, это. Что? А, Эрин не помогает, это его задача. Раз. Может, мне надо было альманах времени поставить где-то в другом месте? А почему он... Ничего не понимаю. Клан, Гланди, Кезу, Агла. Так, что у меня такое? А, молодая жена и хороший отдых у него. Все великолепно, так. Уют. Вабахапсу. Элреб, труп из ау. Кремези? Ooh, Agnurfa, Shursh, Viesh. Я что-то упустил, ведь альманах времени. Раз, два. Надо 4, 6, сколько? А, вот он. Вернуть батарейки. Ты возвращаешь батарейки больше, нет? Кадуб? Or Дабл? Руба Зигада? Бактисана? Эфуэм Квэнди Кадуб? Ребсу Ру фор Карбезе? Тингза? Нарбо Пэдэ?
сала чи бана чуку. Мед? Гларк. Тезо. Зип, сашимай. Герб. Штун. Мама луба зива. Стаба васа. Сти асим. Видор. Our bootsy tends up bedsamy. Что я пытаюсь сделать в самом начале, как я и говорил, не прошло и полутора часов. В самом начале, чтобы заработать много денег и сразу и получить всякие гаджеты из будущего, надо сразу отправиться в будущее, причем сразу с парой. Что я сейчас пытаюсь сделать? А почему не возвращает батарейки? Чип, Джонни Сафаси. Вордор Мигибука. Сагуб, Баду Джи. Агава Фесмо Габани. Пергасами. Плаза. Мерк. Зорбу Бонфо. А я не знаю, это только мне плохо видно. Слишком темно. Ну-ка. Настройка. Где у нас яркость? А, нет, не надо. Не надо. Не надо. Да блин. Так, а где же яркость? Нет. Здесь вообще есть яркость? Я не хочу перезаписывать. Ладно, не сейчас. Попозже. Мидор, Шабза, Динга. Let's see. Шместер, Васа, Фимаче, Ризи, Баз, Сабларко, Миби, Федой. Ма, Дани. Дарнияр, Зин. Дазо, Пенос. Ну. Зипси. А в чем? Почему я не могу вернуть ему батарейки? Я не пойму. Так. Это просто книги. Это тоже книги. Странно, что не срабатывает. Так. Keen, Manal, Felco with me. Ничего не понимаю. Обычно срабатывает. Удостоиться статуи почета, это так сложно, посмотрите во временном альманахе, что для этого нужно сделать и каково будет вознаграждение.
Marco Tansy, but then a blast. Ard. Wallow. Mars. Did I even meet? Ah, sassy. Here's it. Third string. Awesome. Oh. Cloak. Not enough. Kulagi. Neski Taj. Ah, me or. Jasna. Странно. Наверное, вот этот, как он называется, портал времени, я всегда его использовал на вот этом собственном участке, потому что выбирал вот этот дом, и тогда он срабатывал. После того, как вы собираете батарейки, необходимые для починки портала, вы отдаете их доку, портал он чинит, и потом вы можете путешествовать во времени. Сейчас почему-то это невозможно, потому что команда вернуть батарейки, вот это, она не работает. Он находится не на моем участке. Вот это да. То есть мне заново начинать игру. Нет, я могу, конечно, заново начать. Верните доку батарейки. После того, как вы возвращаете доку батарейки, Was the fuck?
Wahee!